Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем наше путешествие по волшебной книге Тиилим. Очень необычный 52-й псалом. Он, как бы, если сказать, целенаправленный. Если обычно о псалмах можно сказать много, и то, и там, здесь он очень направленный. Итак, 52-й псалом. Он помогает от злословия, от излишней болтовни. Когда это огромный грех написано, когда человек все начинает говорить своим языком что-то. Более того, мудрецы говорят, что у человека, который что-то говорит на другого в этот день, лошонара, у него пропадают все заслуги. А грехи того, о ком он говорит, переходят к нему. То есть это очень серьезная вещь на духовных весах, на весах неба. И поэтому к этому псалму серьезно надо относиться. Это псалом помогает тем, кто склонен к греху злословия. К тем, кто занимается сплетнями. Что вот если он чувствует это и хочет помочь себе, он должен читать этот псалом. Более того, если мы знаем других, которые вот этим занимаются и хотим им помочь, мы тоже можем читать о них этот псалом. Да? К нему обращаются, когда чувствуют себя, вот когда вокруг на тебя наговаривают клевета, предательство, когда ты хочешь, чтобы восторжествовала справедливость, вот в таких случаях этот псалом и читают. Есть еще более современные толкования, которые говорят, что когда возникает осложнение между с начальством, или тебя надо себя обелить, тоже читают этот псалом для достижения истины, чтобы сближать сплетен, говорил. Но самое важное, повторяем, это молитва против излишней болтовни. То, чем страдает сегодня 9 десятых человечества. Вот все про 52-й псалом. Брахава от слуха.